43% опрошенных нами пермяков работают стандартные 8 часов в день. Задерживаются свыше этого времени 24% респондентов. Кто-то работает сверхурочно час, кто-то еще полвечера. Официально, впрочем, мало кто перерабатывает. 20% на работе проводят половину суток, но зато не каждый день, а трое через трое. 14% работают по плавающему графику и стараются выстраивать его удобным для себя образом. Я работаю 8 часов. Конечно, устаю, но работа мне очень нравится. 2 выходных, и это тоже здорово. Я 10 себя помню, да, в основном я так и работала. Ну, устаешь периодически, ну ничего, нормально, что делать. На одной 8 часов, на второй, ну, не знаю, 5 часов бывает, бывает, и тоже 8 часов ночами работаешь, и... В зависимости от объема работы, от заказов. Одна работа основная, другая – хобби, работа, удовольствие. 12. У нас график такой 3 через 3, ну, когда 2 через 2. Это и домашние дела можно сделать за эти 2-3 дня. И все-таки отдохнуть от работы, с новыми силами пойти дальше работать. А по-разному. У меня такая работа – свободный график. Могу и весь день, могу и пару там часов. Все в зависимости от клиентов. Получается. Меня такой график устраивает. Я работал и в обычной, которая 8-часовой. В 11-часовой не работал, конечно, потому что это тяжеловато, я считаю. Мне все-таки график такой вариативный, который более подходит.